Всем привет, друзья! С вами самая познавательная и современная передача о технологиях будущего. Я обозреватель Ернар Тайжан. Поехали! Компания Facebook представила игру Horizon для виртуальной реальности. Игра будет совместима с VR-гарнитурой Oculus Quest и выйдет на широкий рынок в следующем году. Сейчас сервис проходит открытое бета-тестирование. Чтобы принять в нем участие, пользователям необходимо подать заявку на сайте сервиса. В Horizon пользователи могут создавать собственные миры, общаться с другими пользователями, смотреть фильмы и выполнять различные другие действия, например, летать на самолетах или заводить искусственных питомцев. Напомним, Facebook достаточно давно разрабатывает различные устройства для VR. Например, недавно стало известно, что соцсеть занимается разработкой искусственного интеллекта с голосовым помощником, который действует в виртуальной и в дополненной реальности. Инженеры из компании Build превратили несколько старых строительных машин в умные устройства с Wi-Fi, лидар и GPS. Компания специализируется на устройствах, которые превращают старую строительную технику в умные машины. Они уверены, что такая техника способна взять на себя простые задачи, однако они не будут конкурировать с квалифицированными рабочими. Строительство – это лишь одна из многих сфер, на которых сосредоточится Build. В дальнейшем они хотят превратить обычные старые автомобили – в умные. Компания SpaceX представила многоразовый космический корабль, который может единовременно перевозить до 100 астронавтов и грузы. По словам генерального директора компании Илона Маска, пилотируемый полет на Марс может произойти уже в 2025 году. Генеральный директор SpaceX Илон Маск объявил об обновленном графике испытаний и строительстве многоразовых кораблей, которые способны доставлять астронавтов и грузы на Луну, Марс и другие дальние космические объекты. Масса корабля составила 120 тонн. А длина 50 метров. Маск также показал прототип построенного звездолета МК-1 на заводе компании в Южном Техасе. Он отметил, что первый испытательный полет на ракете состоится через 2 месяца. Компания планирует создать еще 4 версии ракетоносителя и провести первый орбитальный пуск в течение 6 месяцев. Следующая версия, получившая название Starship MK-2, уже строится на объектах SpaceX во Флориде. А у меня все новости на сегодня. Увидимся уже завтра. Пока!